Так, делишки, ребятишки, с вами снова Влада 4. Джоу и сегодня со мною. Так, 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 стоп, стоп. Что тут происходит? Мы на какой вообще канал зашли? Короче, ладно, с вами и так все поздоровались. В общем, в этом ролике я буду следить за своим другом. Ну а вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ну и, конечно же, влепи лайкос под видос, если ты также офигел с начала этого ролика. Потому что я офигел. У меня отобрали приветствие. Итак, два турбопельменя, слушайте меня внимательно. Мы идем на прогулку. Я, как ваш ответственный хозяин, должен вас выгуливать. А это значит то, что во время прогулки вы ни на шаг, ни на метр, даже ни на сантиметр не отходите от меня. Это вам понятно? Объясняю наш супер план. Мы идем гулять на пляж, ваши запостанции греются на солнышке, а я в этот момент слежу за вами. Я даже не успел договорить, эти два пельменя свалили уже. И где они? Слушайте, ну это просто какой-то, песосик. Просто два турбоёжика. Их нельзя оставлять наедине. Ребята, если кто-то у меня их купит, я с радостью их продам. Ребят, давайте, может, вместе покатаем? Ся, нифига себе. Да они там в космос скоро полетят. Ребят, я вам говорю, их невозможно вы... Вот-вот остановите, чё? Нифига ж себе! Слушайте, ребят, если у кого-то в городе будет пролетать гидроцикл с капибарой и снежком, позвоните, пожалуйста, а то потерялись. Не, ну это просто невозможно! Ощущение, будто меня выгуливают, а не я, собаку и капибару! О, боже! А? Стоп, это Лёха? О! Лёха! Лёха, привет! Слушай, давно не видел! Да подожди, Лёша! О, боже, слушай, сколько лет, сколько зима! Чё ты тут делаешь, а? Ну, я немного занят, тут видишь, я это... Катаюсь, вот, катаюсь. Катаешься? Да я вижу. А чё один? Чё меня не позвал? Да я не один. Ой, вот, обернись. Не вовремя ты. Что? Да ж, ты ж вроде один катаешься. Да не один. Чё меня-то не позвал, а? Я ж спрашиваю. Эй, а? Я вообще-то тут. И все слышу. Многоуважаемая женщина, когда я говорю что? С лучшим другом, пожалуйста, не перебивайте меня. Пошёл. Спасибо. Так вот, о чем я говорил? Давай, может, вместе покатаемся? Ау! Я найду тебя! Стой! Куда ты улетела? Без меня еще! А куда он удрал? Может быть, дела важные появились? Ну, или же у него понос. Ох, елки-палки, новая серия вышла! Так, надо посмотреть быстрее, так давай включай! Новая серия, печки Пинкс, да, Флора! Мы летим среди звезд, ведь мы Феи Винкс! Елки-палки, вы стучитесь, прежде чем заходить! У меня тут вообще-то боевик, вот, фильм очень взрослый! Так, выключи, елки-палки! А вы вообще-то двое наказаны! Взяли, кинули меня во время прогулки! Все, теперь сидите дома! Что это за звук? Ладно, потом досмотрю свой любимый сериал! Так, вы оба, я... Какого? Стоп, что? У нас тут что, взлетно-посадочная полоса? Я вас не отпускал! А, ну зашибись, два пельменя улетели. Ну ладно, я тогда досмотрю свой... Ой, блин, блин, я опаздываю! Так, 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 холодильник есть сюда? Я даже не успею покушать-то ничего! Чё? Блинский, блинский, сколько времени уже? Подожди! Да стой! Кошелёк взял! Ты чё, бегаешь, как попа ужаленный? Точно! Надо ещё ключи взять! А что, подвинься, ё-моё! Ага, вот это так! Подожди, Лёх, мы... Вот они! А мы будем сегодня записывать, а? Чего? Записывать? Ну, ты это... отдыхай, сегодня выходной, да, записи не будет! Вот а так. Что ты будешь выкладывать пошел, на канал? У меня важные дела! Да подожди! Я опаздываю! Да куда? Наши записи! Как сидеть? А там же... лестница была! Так, Леха, подожди, так мы будем записывать или нет? Лех? Куда этот жмых свалил? Это первый раз за 4 года, когда Леха говорит «иди отдыхай». Как-то это даже подозрительно, ребятки. Надо бы за
ним проследить. Ой, ну вы только посмотрите на эту фиолетовую шапостанцию. Обманула меня, приехала в какой-то непонятный район. Так еще и в такси. Что он там делает вообще, я не пойму, а? О, так, ребята, тихо-тихо, вышел. Так, получается, такси уезжает, а наш Леша... Так, что-то смотрит и побежал. Так, а вот тут уже наш черед. Так, уф, извините, люди, я тут слежу за другом. Уф, быстрее. О, тихо, это еще кто? Так, подождите, ребят, кто это? Он с кем-то встретился. С кем-то так они смотрят, что-то говорят, я ничего не понимаю. Голубь! Он встретился с каким-то голубем. Так, гараж? Они смотрят на гараж. Так, открылся гараж. Так, тихо, давайте еще чуть ближе. О! Тихо. Так, вроде не услышали. Зашли в гараж? Я не пойму, что в этом гараже? Может, там какой-то бункер? Или еще что? О! Эвакуаторы! В смысле? Стоять! А вот это уже мой эвакуатор! Леха же сказал, что не будет снимать сегодня ролик! А сам взял и с каким-то голубем поехал на эвакуаторах? Что-то тут нечисто! Я бы даже сказал, воняет. Господи, кто перданул в этом районе? Не, ну вы только посмотрите на эти две офигевшие морды. Ну это уже ни в какие ворота не лезет. Просто снимает ролик. Так еще без меня? Этот голубь стыбзил мой танец, а Леха как ни в чем не бывало... Тихо. Господи, так... А Леха как ни в чем не бывало записывает приветствие. Ай, блин. Меня таким образом спалят. У меня машина слишком приметная. Да и в целом, Леха меня узнает из тысячи. Так что предлагаю замаскироваться. В общем-то говоря, я переоделся, взял самую неприметную машину. А еще... Да, я в трусах. Да, они в сердечку. Зато классные. И сидят хорошо. Короче, рассказываю свой гениальный план. Я сажусь в свою машину, она такая вся с тонировочкой, так что меня никто не должен видеть. Пока эти два передурка и снимают свою там битву эвакуаторов, ищут крутые тачки, я подготовил вот эту вот машину. Так как Леха любит фиолетовый цвет, он ее сразу увидит и захочет своровать. Но! Хе-хе-хе, всегда есть какое-то но. Эта машина заминирована, и как только Леха-лепеха захочет ее подцепить, он сразу же взлетит на воздух. Проезжай мимо, вот славненько. Он разворачивается. Оу, нет, это не для тебя машина, пердурок, уйди отсюда. Господи, ты новенький на канале, не надо, не стоит этого делать. Тут... Упс, был голубем, стал горячей курочкой. Ладно, мне пора сваливать. Ну, капец, блин, как же запись могла сорваться? Ладно, сниму, значит, один ролик себе. Все, ребята, жертва в ловушке. Нам остается только проникнуть к нему домой. В общем, я придумал гениальный план, как за ним следить. И сейчас вам, ребята, все расскажу. Так, аккуратно. Слушай, классная идея! Я думаю, реально, можно даже пиццу заказать или роллы. Вообще офигенно будет, и фильм посмотрим. Ну все, я тогда в душ и сейчас мигом приду. Ладно. Короче, ребята, мой гениальный план заключается в том, что я установлю по всему дому камеры. И буду следить за ним. Я буду знать все, что он делает, все, что он говорит. А что он сейчас в ванне делает? Небось, там свои грязные яички делал. Боже мой! Я только что видел же по станции Лехи. Как это развидеть? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Ладно, после того, как мы увидели волосатое чудище, можно расставлять камеры. Это еще кто? Так, подождите, я что-то не понял. Это ж та девушка, помните, с пляжа? А, я все...
понял. Она хочет его обворовать. Получай, щеплаха, женщина, на! Ой, а может, это его девушка? У Лёхи есть девушка? Он мне об этом не говорил. Ладно, хорошо, плюс один секретик ко мне в копилку. Ах, так, ладно, куда бы камеру сюда установить? Ну, в целом, выглядит неплохо. Я думаю, то, что Лёха, в принципе, и не заметит, что где-то тут установлены камеры. Теперь я буду за ним следить. Паша? Не понял? Лёха? Ты что тут делаешь? Стой вот так вот на месте. Что? Я всем расскажу, что ты лысый глобус. Щёлк! Удали! Удаляй быстро! Пока! Срочно стой! Господи! Я тебя сейчас по башке отдам! Чё тут делаешь там у меня? Теперь все будут знать, что же постанция волосатая, на лбу не бусинки! Сам такой! Иди сюда! Удаляй! При мне удаляй! Лысый, сходи пописай! Сам лысый, иди удаляй! Велосипед — это то, что надо! Куда собрался? Пока! Господи! Снизу волос просто тьма, а сверху лысый лоб. База, база, прием! Говорит ушастый Паша. Слежу за лысым глобусом. Короче, ребята, эти двое решили пойти в кино. Ну и знаете, что я вам скажу? Если они идут в кино, значит и я иду в кино. Так, главное аккуратно спуститься. Оп. Ай, больно ноге. Так, так, так. Ой, тут уже какой-то фильм идет. Ладно, не буду мешать, мне надо найти этих двоих. Господи, где, блин, они? Офигеть, они на самом верху. Ребят, вы хоть это, ну, понимаете, что это значит? Обычно там целуются. Как противно стало. Как бы то ни было, я обязан это остановить срочно. Сэр, постойте. А вы куда? Куда? Жопы резать провода. Боже, простите за тупую шутку. Я пойду на свое место. Я, ребята, очень зол. Так, тихо, аккуратно. Опа. Что там происходит? В обнимочку сидят, да, значит? Ребят, а давайте позвоним Лёхе. Так, аккуратненько, ага. Ну же, возьми трубку, давай, я же твой лучший друг. Что? Он сбросил. Ребят, он сбросил. Ну, я все понял. Нашей дружбе конец! Паша, открывай дверь! Паша, нам поговорить надо! О, боже мой, что обиделся? Паш, я знаю, что ты дома! Открывай! Паша! Я буду стоять до утра! Открывай давай! Уже седьмой день подряд стоит у меня под дверью! Я никак не могу досмотреть свой сериал! Ладно, посмотрим, что этому жмыху надо! Эй, жмых! Что тебе надо? Слушай, Паша, открой дверь, мне нужно с тобой срочно поговорить о важном. Я не буду с тобой говорить, ты меня понял? Ну, пожалуйста, блин, ты что, обиделся, что ли? О, господи. Ладно, у тебя есть минута, что тебе надо? Слушай, блин, ну ты куда это пропал? Не отвечаешь ни на звонки, ни на сообщения. Не отвечаю. А знаешь почему? Потому что кое-кто меня променял на записях в жизни. Был пранк. Я ж тебе это хотел сказать и написал в сообщении. И вообще в кинотеатре тебе хотел сказать, а ты убежал. Вот, это пранк был. Пранк. Какой пранк? А как же чувак, с кем ты начал записывать? Да все, это пранк был. Актеров нанял, чтобы тебя позлить. Пранк, Паша, пранк. Да. Знаешь что, фиолетовый жмых? А? Я что? 7 дней переживал. Ого. Я 7 дней плакал в подушку. Убери РПГ, пожалуйста. И тебе сейчас лучше бежать. Не надо, Паша, пожалуйста.